Когда находок нету, вообще настроения нету, ей было. Поехал, покатал. Рабка ханы, короче, два дня мы тянули, ничего толкового не было. Потом пошли, да, и потом бах, нафиг вот этот медный кувшин целый раз пошел. Все, пошло, ратипишь. Дорофей компьютер пайгэд, атул апгэд, астол криглэд. Радалу гэд. Ну, и ую, але кашта, видишь. Дима, в тот же пакет закинул. Что это, гвоздь, да? Да. Наверное, знает, в тот же пакет. Это, глубину добавь. Только заверни другой целлофан. У вас глубже добавь. Надо, да. Линейка. А как? Как это музыки? Носильщик. Ладно, давай я запишу. Глубину добавьте там 5 сантиметров. 180 сантиметров. Ага. Завтра надо исправить, надо исправить гвоздь. Ариана, этот гвоздь заверни отдельно. А писал ты будешь? Да, в бумагу. Давай я буду диктовать тебе писи. Писи. Громче стало, да? Здесь необычный камень. О, камень. Вау. Еще. И форма такая необычная. Камень. Ну, да, да. Это время. Мы потом накладим. Давай, вот. Все никак не успокоится. Тима, может, тебе где-то металл? Завтра я хороший клин. Да, взял. О нем, да, у него есть. Я взял. Там это... Здесь вот так, что все это в том числе. О! Фрагментик хороший. Не обожженный, кстати, не пережженный. Ну да. Гладкий. Видимо, первоначально. После обеда раз за воду. Дима, Дима, после обеда раз за воду. Хватит. Развал балди, да. Да что такое, ну что? Не, мы сегодня атаковали вообще. Дима, утром. Ты вот на штыковой сидишь, да? Утром у нас варианта не было лично у меня. Потом как-то это. Организма расплатилась. А знаешь как, движок не работал утром. Плохо работает. А нам нужно оставлять эти чашечки. Вау! А потом как-то это потихоньку спустилось. Да. Блин, ну хоть какой-то. Алло.